На железнодорожной станции Сочи заработал обновленный грузовой терминал. Эту площадку модернизировали впервые более чем за 30 лет. Власти надеются, что доставка грузов на курорт контейнерными поездами позволит разгрузить дороги курорта от трафика транспорта. Наша съемочная группа побывала на выгрузке первого контейнерного состава с Дальнего Востока. Для торжественного открытия обновленного контейнерного терминала собрались представители акционерного общества РЖД и глава города Сочи Алексей Копайгородский. Для нас это большая победа всех ресурсников, всех дорожников, всех участников, всех тех, кто создает продовольственную безопасность города. Модернизация грузового терминала позволит клиентам РЖД отправить и получить груз в Сочи из Московской области, Западной Сибири, Урала и Дальнего Востока. Это флот большого труда, большого коллектива, проведена комплексная модернизация грузового двора. И если раньше здесь никто не думал, что контейнерные поезда полносоставные будут заходить, сегодня это реализуемо и уже реализовано. Созданная в конце 80-х годов инфраструктура площадки позволяла выгружать не более 2 вагонов с контейнерами в сутки. После модернизации увеличен фронт для организации погрузочно-разгрузочных работ, что позволяет ежесуточно принимать и отправлять полносоставный контейнерный поезд. В ходе реконструкции на объекте уложили подкрановый путь, перенесли опоры освещения, установили оборудование для подключения рев-контейнеров. Также увеличено место для хранения грузов на территории базы. На площадке установлен новый мощный кран высотой 21 метр. Его вес 1060 тонн. Он способен поднять 30 тонн груза. Теперь сняты все технологические ограничения, препятствующие развитию контейнерных перевозок в регионе. А за счет уменьшения нагрузки на автодороги будет обеспечено снижение экологического ущерба курортной зоны Сочи.